Ну а теперь рубрика «Без происшествий». Коллега Илья Кошкин расскажет, что делать, если у вас случилось легкое ДТП, а у виновника нет страховки. Всем привет! Вы смотрите «Без происшествий». И сегодня мы разберем довольно-таки интересную дорожную ситуацию. Есть два водителя – Анастасия и Александра. Они остановились друг за другом, но Анастасия случайно откатилась и столкнулась с Александрой. Ты зачем меня объехала? Ты виновата! Ты с ума сошла? Я на месте стояла, это ты в меня въехала? Да ты сзади стоишь, значит ты виновата! Даже при незначительном ДТП бывает сложно договориться, кто же виноват. Поэтому в таких ситуациях вызывайте сотрудников ГИБДД, которые помогут установить виновника аварии. Самое главное в такой ситуации – это доказать свою невиновность. Нужно найти видеозапись с регистратора своей машины или же с регистратора свидетеля. Ну вот, а у Александры были козыри в рукаве, и регистратор стоял на своем месте. Поэтому запись она отдала сотрудникам ГИБДД. Ну и оказалось, что у Анастасии не было страхового полиса, поэтому она отрицала свою вину. Но ситуация решилась в лучшую сторону. Александра невиновна. Видео ей помогло. Ну а как же сейчас вернуть деньги за ущерб, если у виновника нет страховки, а платить он не хочет? И при этом не потерять свое драгоценное время. Выход есть. Карта помощи от ДТП-сервис. Полный перечень юридических и экспертных услуг. Разбирательство со страховой и виновником ДТП. Представительство ваших интересов в суде. Выбери одну из трех карт по своим предпочтениям. И будь уверен в сохранности своего автомобиля и своих денег.